сказать. Было сказано очень много. Я могу только добавить, что я его на уровне сестра. И он часто приезжал к нам, мы общались больше на другие темы, не на тему искусства, конечно, но в меньшей степени. Что я могу добавить? Все, что видела, все, что знаю о нем, знаю только положительного. У него был какой-то особый характер. Ну, так, в нескольких словах, только описать полностью, это, конечно, нужно долго. Но что удивило меня, что он был человек, я бы сказала, с таким цельным характером. Это человек, который уважал искусство, уважал друзей, уважал людей, родственников и любил родину. Вот эта черта, я считаю, что очень ценная. Потому что уехал он из села, вы, наверное, уже знаете, он еще был совсем молодым. Прошел он сложный путь, он побывал, можно сказать, что в очень многих странах, вольно и невольно, прошел войну и прошел вместе с матерью. Вот это другая черта, что они в семье были едины, семья была компактная. Он был послушен, я бы сказала, матери, наверное, я отца не знаю. И доказательство того, что он любил мать, это до последнего дня они были вместе. Они там, где были высланы, были вместе, вместе прошли всю войну. И они имели возможность устроиться в любом месте союза, но они оба очень тяжело им достался этот путь, но они вернулись все-таки на родину. И он не делил людей по каким-то, я знаю, он во всех видел человека. Неважно возраст, неважно язык, он любил людей. Когда приезжал в селе, особенно любил беседовать с людьми старшего поколения. Сидел вечерами, мог сидеть до утра, разговаривал, слушал их. Это одна черта. И когда он уехал в Петербург, как уже сказали, он действительно страдал. Он очень переживал и хотел вернуться. И я присутствовала в очень такой момент, я заметила, он был вообще человек с твердым таким характером, но однажды, когда по телевидению пела Мария Биешу, он заплакал. Это было для меня удивительно, такой сильный человек, мужественный. Но когда слушал на родине Амадоби, он не выдержал и заплакал. Это одна черта его, что он действительно любил людей, любил Молдову и очень хотел вернуться. Но, к сожалению, ему не удалось. Ну, и, по-видимому, это сказалось еще его характер от родителей. Его мать была очень сильная, такая мужественная женщина. Она много терпела, но он был послушен.
И я никогда не заметила, чтобы он рассердился. Вот что я хотела подчеркнуть. Не знаю, может, в своем кругу, там, по работе, а в обычных условиях, когда мы встречались, даже если какие-то там ошибки или не так говорили, у него всегда хватило терпения и так-то, и не раздражался. Вот что я вообще могу добавить. Ну, и последним хочу сказать спасибо всем вам. Спасибо Мише, спасибо администрации лицея и всем вам присутствующим, и тем, которые не присутствуют, но помогают в работе. И помните, я думаю, что это не зря, что он достойный такой памяти. И мне радостно, что я причастна как родственница. Спасибо всем вам большое. И есть, мне кажется, Малкович гордится.